Новогодний сезон в ТАО-галерее, один из крупнейших торговых центров Саратова, украсили по последней европейской моде. На грандиозном зажжении иллюминации побывали сотни посетителей. В этот вечер для саратовцев выступал лучший танцевальный коллектив, а также участник проекта «Голос» Сергей Урумян. Подробнее в нашем сюжете. Главный символ Нового года теперь украшает и центральный холл ТАО-галереи. Макет уникальный 11-метровый хвойной красавицы разрабатывался лучшими специалистами из Европы. По периметру хвойной красавицы установлены большие механические игрушки белого медведя и пингвина. Буквально за 4 дня под руководством компании, которая нам поставила, значит, эти украшения. И мы очень довольны. За 4 ночи было установлено все. И это наши саратовцы. Феерию света, блеска и новогодние атрибутики в ТАО-галерее дизайнеры заимствовали из торговых центров и молов Европы. Именно там уже традиционно рождественские и новогодние декорации являются одними из лучших в мире. Частичку такого европейского стиля, по словам специалистов, теперь можно увидеть и в Саратове. Это красота для наших жителей города Саратова и Саратовской области. Я считаю, что наши жители достойны того, чтобы в городе уже появлялись такие знаковые объекты, чтобы у нас не только в самих объектах, чтобы у нас на территории, которую вы видели тоже уже нашу территорию, прежде чем открыть ТАО, мы сначала делали территорию, для того, чтобы люди приезжали и, находясь здесь, научились уважать себя, и они достойны, наши жители, именно вот ТАО, таких украшений, такого Нового года. Атмосферу новогоднего праздника организаторы фееричного торжества в ТАО-галерее создали и в аллее торгового центра. Огромный лиловый шар уже стал одним из главных атрибутов новогоднего сезона в ТАО-галерее. По словам посетителей, придя в торговый центр, можно почувствовать приближение Нового года. Зайдя сюда, я почувствовала новогоднее настроение. Как бы, собственно, его пока нету. Потому что еще снег только начинает падать. А здесь вот особенно... Вот это просто классно. Здесь все так ярко, особенно громкая музыка сегодня. В общем, настроение новогоднее, оно поднимается. Организаторы новогоднего сезона в ТАО-галерее приготовили массу сюрпризов для своих посетителей. В течение декабря все желающие могут написать письмо Деду Морозу. В январе желание авторов лучших посланий исполнит сам Дед Мороз. Екатерина Барковская, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.